Ты начал запись? Да. А почему ты не предупреждаешь? А что это здесь происходит? А мы записываем новый видеоролик. Да, увидишь его на нашем канале. Всем привет! Мы в эфире. Сегодня у нас целых две книги в обзоре. Это «Теория невероятности», повесть Виктории Лидерман. Виктория Лидерман, одну из ее книг мы уже рекомендовали в видеоролике. Обрати внимание на название «Теория невероятности». Наверняка эта книга о чем-то фантастическом. Теорию вероятности мы на уроках физики и математики проходим. Верно. Теория закономерности случайных явлений. Теория как-то повлияла на героев книги? Конечно, только сложно в это поверить. К тому же природа еще не полностью изучена. То есть ты хочешь сказать, что самые невероятные события могут случиться с каждым из нас? Конечно, сейчас даже ученые не отрицают существование параллельных миров. Как и нашему герою удалось побывать в таких мирах? Ничего себе! Как ему удалось? Он что, заблудился где-то во Вселенной? Блуждать ему действительно пришлось. Он попал в другую вероятность. И чтобы попасть в реальный мир, ему нужно было выполнить определенные условия. А в другой вероятности он встретил самого себя? Ну, не совсем. Как бы его друзья, близкие, родственники были все те же. Но у его родителей родилась девочка, Милослава. Обидно, когда близкие люди становятся тебе чужими. А ему удалось вернуться домой? Удалось, конечно, но не все сразу. По дороге домой Матвей попал в еще одну вероятность. Что случилось с ним там? В этой третьей вероятности он встретил свою сестру-близнец. А в каждой вероятности он разный? Вообще он не меняется, только отношения с одноклассниками всегда разные. Что может повлиять на поведение героя? Матвей осознает, что каждый его поступок будет влиять на его дальнейшую жизнь. Ему выпал такой шанс посмотреть на себя со стороны. Вот она, теория вероятности. Также он увидел совсем другими глазами своих одноклассников. Ребятам будет интересно это почитать. Приятного прочтения. Ой, а можно мне тоже эту книгу попробовать почитать? Конечно, можно. Обращайся к нашему библиотекарю. Хорошо. Все, готово.